Учитель немецкого языка, публицист, писатель, мега-мега-блогер. Посмотрите на эти руки. Это руки фермера. Я на этой даче буквально легла костьми. Все, что вы видите, сделано мной. Я пригласила в гости садовый центр «Европлант» в надежде на то, что они мне помогут довести до совершенства мое творение. Наталья Изавидия, которая является и дендрологом, и ландшафтным дизайнером, и вообще... И лауреатом премии «Пион». О чем она просила не говорить? Я смотрю, ты, вопреки собственному проекту, немножко похулиганила, потому что где же была бы Наташа Завидия, если бы не притащила пион? Меня немножко смущает, что у нас вот эти вот темные барбарисы на фоне темного забора, маленький, аккуратненький, посажен рядом хостел. Да. Через несколько лет что тут будет? Тут будет один дюйм. Я вижу большое поле для нашей деятельности, огромный кусок газона партерного. Есть поле для творчества. Подсадим других растений сюда. Я хочу, чтобы люди увидели, что можно сделать за относительно небольшие деньги. Да, и буду бить тебя по рукам, если ты нас сильно ограбишь. Доехали. Ну что, все, да, доехал замечательно. Хорошо, что мы не стали это везти на своих маленьких машинках. И поэтому у нас будет фактически таких два объекта. Я его называю цветник здорового человека. А здесь у нас будет тот цветник, который мы помогаем сделать по дизайну Малки Лоренс. Цветник от Европланта и цветник от Малки Лоренс. Наташа, ты меня ставишь в тупик. Я просто подвожу тебя, что в идеале мы должны сделать... Что она хочет от меня? Ландшафтный проект, даже когда еще дома нет. На этом участке немножко тоже поработал. Ну, как поработал? Вот вы видите половину тех камней, которые я перетащил сюда своими руками. Хочу, чтобы ты тоже спряталась, чтобы мы немножечко с Малкой посекретничали. Может быть, помыли тебе кости, может, ей что-то понравится. Конечно. Теперь мне уже как-то не по себе, как-то грустно. Я поняла всю беспочвенность своих притязаний и всю глубину своего... Чего? Дилетантизма? Ну, это само собой. Чего?